Всем доброе утро. Начинаем запуск форели. Сегодня запуск 200 килограмм форели и 50 осетра. Народу мало, но запуск есть. Все, смотрите на запуск. А также ежедневно 200 килограмм форели, 50 осетра продолжается. В субботу зарыбляем 400 форели плюс 100 килограмм палии. В воскресенье у нас запуск 300 форелей, все запуски форели происходят в 8.30 утра. Далее, разрешено у нас 4 снасти, дополнительные снасти 200 рублей, цена 2000, 12 часов, 4000 в сутки. Разрешены осетровые снасти, это бабочки, ну и форелевые снасти стандартные, это ратлины, блесна, постовушки, жерлицы, что там еще есть, вроде все. Он... Сзади меня тащит как раз. Давай. Форелька крупная. Идет от полтора и где-то до 3 килограмм. Хороший поймал экземплярчик. Второй бак форели. Такая вот красотка. Как и сказал, рыба крупная. Такие вот экземплярчики, в основном идет 2500 и чуть больше есть. Третий бак. Давай. Четвертый бак. И сейчас еще осетра 50 килограмм. Давай, еще форельку вытащили. Осетрики наши. Запуск их будет, сейчас скажу. В следующем видео все покажу, расскажу за них. Вот такой вот осетрик. Его будем запускать в пятницу. И ежедневно, каждый день запускаем в эту зону по 50 килограмм. Вот он, осетрик наш. Поплыл. Поплыл, красавчик, поплыл. Вон она, пойманная рыба. Покажи рыбу, где? Вот она. Красотка. Она такая выглядит. Ключик. И рыбу поймал, и себя поймал.
сейчас, блядь, так рад, блядь, дома. Что, ушла? У тебя ушла, а там вот пришла. У меня там кувалда побольше есть. Ты багром не любишь пользоваться, да? Не знаю, что это такое. А у тебя вылетает все. Дупле это. Круто. Попали, да? Да, да, да. Классно получилось. Хорошая. Там еще одна. Сейчас, говорю, заявление.
Попали, да, в кадр? Маленький.